скучал за туманами сизыми пьяными. Не смотрел далеко, но все звали с собой звезды упрямые. Я скучал за весной, за грозой ныне той, не согрелся душой своей. И теперь даже зной я холодной рукой не могу прикоснуться к ней. Так мало было счастлив я лишь несколько дней. С каждым взглядом полинеты, с каждым часом все дальше и дальше дорога назад. Танцует черный танец, пригласил меня враг. Мне понравились очень, я запомнил глаза журавлей. И приятна была пыль на сапогах, и я понял, что стало главней. Не стерпела душа, не забыла она, позвала бы скорее к тебе. Так мало было счастлив я лишь несколько дней. С каждым взглядом полинеты, с каждым часом все дальше и дальше. Танцует черный танец, пригласил меня враг. Так мало был счастлив я лишь несколько дней. С каждым взглядом полинеты, с каждым часом все дальше и дальше дорога назад. Танцует черный танец, пригласил меня враг. Итак, сегодня с нами группа «Черный танец». Ребята, хотелось бы узнать историю возникновения вашего коллектива. С чего все начиналось? Группа основана в октябре 1998 года. Все началось довольно просто. Ребята уже репетировали, играли сами в местном ЖЭКе. При социальной службе, правда, остались не очень приятные воспоминания об этом, но все-таки это было начало. Я немножко позже к ним присоединился со своими песнями, и, собственно говоря, кто-то сказал, почему бы не попробовать. Попробовали. Но до того ребята играли какую-то определенную, наверное, музыку, и если ты говоришь, ты пришел со своими песнями, значит, ребята подстраивались под тебя. В принципе, где-то так. Ребята играли альтернативную музыку. Я пришел, показал просто песни и попытались что-то сделать. Вот. Со временем музыка как-то меняется, что-то добавляется. В общем, идут постоянные преобразования. Вот. Ну, в принципе, до того, как я пришел, ребята тоже... Собственно, не очень много играли уже, не очень долго. Вот, так что, в принципе, для нас всех это было начало. Вышел на стежку снова, месяц холодный уже. Небит, давай тепло, да сбережи меня. Долго чекала нас, лето, зима, повір. Де не спасла сльоза, там замили сніги. Як не почуєш сліп, не залишай мене. Просто мої пісні, далеко ніч несе. Просто мелодія плине сумна. Та чи насправді ця осінь була? Гей ти, страчене полум'я, вогником тихим, ти розкажи мені, як все знедолене волею той зими, дій шалений. Земля, та я мої сліди, а по льоду пливе старша сестра зими, лютий мороз несе її до наших снів.
і спалахнуть вогні, зустрінем небо край, зустрінем сонце ми, ось воно не шукай, і вже мелодія не буде сумна. Бачиш, наскільки набридла зима. Гей ти, страчене полум'я, вогником тихим, ти розкажи мені, як все знедолене волею той зими. Страчене полум'я вогником тихим, ти розкажи мені, як все знедолене волею той зими, її шалених днів. Гей ти! Гей ти! А я чекав, не забував, в темною ніч страчене полум'я, місяць не знав. Циферблат мой по нолям высветил бессмысленно. С ним болтали по ночам мы, собравшись с мыслями. У него беда одна, ровно и беспечно подчиняться временам, равнодушным вечным. Слушал долго, не отсмотрел я в глаза стеклянные. Как бежал он, не отлетел ближе к солнцу раннему. Говорил я, подожди, времени навалом. Не спеши ты, объясни, разобраться надо. На той сон, такая пыль. Такой вот сон, такая.
Мы группа «Черный танец». В принципе, все здесь в сборе. Каждый занимается своим делом. Значит, это Сергей Надашкевич, соло-гитара. Володя Шут, барабаны. И Витя Фурманов, бас-гитара. Я Андрей Константинов, вокалист и ритм-гитара. Вы учились где-то специально, так сказать, играть, или это чисто ваше хобби, музыка? Наверное, на данный момент это наше хобби, поскольку, в принципе, все заняты, у кого-то работа, у кого-то учеба. Среди нас, насколько я знаю, какое-то музыкальное образование имеет только Сергей, да, он закончил музыкальную школу по классу скрипки, хотя играет на гитаре. Вот. В принципе, все самоучки. Скажите, ну откуда тогда вдохновение у вас? Ведь наверняка вы какую-то музыку слушаете, вокруг столько разной музыки. И какие ваши, так сказать, приоритеты? В принципе, все начиналось еще в ранней молодости. Все начиналось с русской рок-музыки. С русской? Да, ДДТ, Алиса, я знаю. Ну, в принципе, основная часть нашей рок-тусовки слушает сейчас такую музыку. Вот, в принципе, с этого началось. Сейчас мне, например, очень нравится наша украинская рок-музыка, которая потихонечку поднимается. Вот, просто, ну, не будем говорить о профессионализме, где-то есть, где-то нету, но мне очень нравится. За миром война, за потопом утопия. Мне шею в петлю о спасенном рай. Душа грош цена, если ты не берег ее. Ты бросишь свободы, так значит прощай. Кристаллом серебряным и серого глаза с черных ресниц, и капает боль душою порезанной, и в ней отражается полчища птиц.
уважение, почутилыш своих слів, але серце б'є вогненним, неспокійно на душі, де знайти спасіння зможу, полонений сумом я, тяжко полонив лаврода, та між нами є біда. Ти пробач мені далеко, моє щастя в небесах, та лиш мить твоєї долі я знайшов в своїх руках. Відібрав у тебе крило, буду грішним назавжди, та чекає моя мила так далеко від землі. Та чекає моя мила так далеко від землі. Ти пробач мені лелеко, моє щастя в небесах, та лиш мить твоєї долі я знайшов в своїх руках. Відібрав у тебе крила, буду грішним назавжди. Та чекає моя мила так далеко від землі. Та лиш мить твої долі я знайшов в своїх руках. Відібрав у тебе крила, буду грішним назавжди. Та чекає моя мила так далеко від землі. Нравится очень много музыкантов, вот. А в основном, в принципе, на мои соло-партии как-то и вообще на мое восприятие музыки и определение какого-то соло, в общем, в песне, то есть воздействует, ну, я не знаю, очень разные направления в музыке, вот. И чаще всего что-то так получается, что даже увлечение и игра своих знакомых даже музыкантов. То есть у меня очень много знакомых киевских ребят, с киевских групп, в общем, которые играют тоже довольно-таки разнообразную музыку. Вот. Больше, в принципе, отталкиваться от этого. Вот. То есть, я не знаю, как бы формируется что-то свое от того, что ближе мне. Ты учился на скрипке, а потом все-таки да. Ты перешел на гитару. У тебя были какие-то наверняка школы игры или... Да, это была, в принципе, дворовая школа игры. То есть все начиналось довольно-таки банально. То есть вечер, лавка,
там пиво, гитары. Ну вот, в принципе. Ну, и если честно, то есть тогда большого предпочтения не отдавалось всему этому. То есть и сильно не задумывался о том, что буду когда-то играть в какой-то команде. Вот, просто это было для души. А потом так получилось, что гитара стала для меня чем-то большим, чем та же самая скрипка, которой непосредственно я, игре на которой я непосредственно учился. Ну что, ну у меня тоже определенно нету какой-то стилистики. Я слушаю почти всю музыку, то есть почти весь русский рок, частично британский, ну и вообще мировой. Ну, тоже частично немного потяжелее беру. И как-то кумиров я себе никогда не пытался строить. И ну как-то я из всего беру лучшее и стараюсь как-то работать над собой, чтобы ну, четко не подстраиваться под кого-либо. Просто я беру действительно от всей музыки, что есть, какие-то моменты, которые мне очень нравятся, и их как-то в свои партии ввожу. Ну, вроде бы пока получается. У меня по этому поводу мысли какие-то. Большое спасибо моей маме, потому что я еще с раннего детства тарабанил на ее кастрюлях. Вот. Потом перешел на игрушки, а как-то это забросил. И с 13 лет уже именно увлекся ударными. Там в основном учился по такой группе ВВ, по Сергею Сахно. Вот. И вот так вот на сегодняшний день сейчас. До сих пор в поисках чего-то нового, чего-то более такого оригинального, новых ходов, новых партий. Ну, в общем-то и все. Не думали ли вы свой коллектив, какой-то новый инструмент внести? Думали, конечно. Возможно, в скором времени попробуем клавиши. Примите клавиши. Ну, это уже дело техники, подыскать можно. Да, пока в поисках. В плане того, что сам момент, хотели бы попробовать клавиши, попробовать нашу музыку. То есть как-то более оформить, более сгладить, что гармонию ли. Гармонию привести. Где-то так. Вот. А основной состав, в принципе, так остался. Все дело в том, что, конечно, мы стремимся к более профессиональной игре, все. Но у нас самый главный момент – это наши личные отношения. То есть сначала мы сошлись как люди, а уже потом начали что-то играть. То есть в этом плане. Вы дружите? Да, конечно. Вы семья? Конечно, конечно. То есть у нас не только какие-то профессиональные отношения, вот, а все начинается именно от личных отношений. Та він вітер на волі, радість дурна, темная доля вічно твоя. Вітер на волі, чорна вода, я до світанку, час не біда. Вечером дивно, не шукаєш, бо не знайдеш на білявих лагідних крилах день. Плинуть зорі на очі разом, а під ноги роси землі б'є шолом поневолений брате. Чекав її, а дощ кахав ночі, і вітер знав, коли зі
чай чужим. Давим ветер на воле, радость дурна, темная доля вечно твоя. Ветер на воле, черная вода, я на светанку частный беги дам. Ветер на воле, радость дурна, не было слова, кажется, путь впереди не легенький, сколько достанется лет. А мне все палки да елочки, да на сердце снег. Град теребил по телу мне, словно в окошко темное. Улицы города мрачного, к старой засохшей реке. Давно разбитыми лаптями я лечу к тебе, не зная, где ждет меня бой. Высохшей реке я ловил тот прибой, что снился мне несколько лет. Когда рисовал я свой пульс на стене, сердце дороги да медленной, что же лукаво досмотрите, ваша вода не беда. Мои ночи залетные, отпустите меня. Град не прошел, да все сильней. Град не огонь, да все больней. Как и не смотрел доверчиво в очи ликующих дней. Не помогло ведь, наверное, но я лечу к тебе, не зная, где ждет меня бой. Высохшей реке я ловил тот прибой, что снился мне несколько лет. Когда рисовал я свой путь на стене, когда рисовал я свой путь на стене. Каждая группа стремится выпустить компакт, выступить на телевидении. Кстати, у вас это первый опыт на телевидении?
Да, это первый опыт на телевидении. И насчет наших планов, естественно, пытаемся что-то сделать. На телевидении у нас ничего не было. Был у нас, мы побывали на радио, на Первом национальном, на радио Рокс. На Первом национальном участвовали в двух программах, передачах. Вот. А сейчас пытаемся попасть, например, на фестиваль «Преломный сезон». Первый отборочный тур мы уже прошли, скоро будет второй, там посмотрим. То есть мы не просто играем, пытаемся что-то сделать. А концерты? Концертные деятельности? Концерты тоже хорошее дело, мы это любим. Вот. Значит, какая была самая большая аудитория вашей? Ну, наверное, был последний концерт у нас 11 марта в киноклубе. Сделали такой сэшн вместе с группой «Стерх», участвовала группа «Доминион». Вот. И, в принципе, я думаю, концерт удался. Вот. Потому что мы... За свет выключался на нас. Ну, да, были неприятные моменты. Мы привыкли уже к техническим неполадкам. Да. Я думаю, это не проблема. Уже, конечно, да? Конечно. Но, в принципе, это был самый удачный концерт из тех, что у нас были. Ну, скажем, сложно назвать концерт сэшн такой. Вот, в принципе, народ повеселился, хорошо отдохнул, и, в принципе, было довольно достаточно публики в зале. Лазил по столам и жрал колбасу, что кидали ему. Были пьяные, были трезвые, были всякие, особенно местные. Было хорошо, пока мое лицо не упало в салат из зеленых огурцов. Состояние сонное. Вспомнил, что пил, вспомнил, что курил. Снова упал, не было сил. Оказались все пьяные, никого трезво. Ходили тут всякие, особенно местные. Было хорошо, пока мы лежали. Но вот все проснулись и сначала начали. Скажите правду, чем вы занимаетесь, вот как вы зарабатываете на жизнь вот на данный момент? Не, ну я как-то еще не зарабатываю, я студент, учусь в политехническом институте, ну на втором курсе, молодой еще, то есть как-то содержусь за счет своих родителей. Ну я в прошлом году закончил институт гражданской авиации, то есть еще продолжительное время после этого оставался работать охранником на автостоянке, как и подрабатывал во время учебы. Вот. Ну, сейчас я могу сказать, что в принципе по специальности мне как бы повезло. Вот. Я устроился по той специальности, на которую учился. Сейчас работаю связистом в управлении связи. Ну, естественно, не бросая музыки. Я закончил тоже в прошлом году, мы с Сергеем одногодки, Киевский политехнический институт.
по специальности электромеханик, то есть ничего общего с музыкой нету. Вот. И, ну, работа почти по специальности, работаю электриком в частной строительной фирме. Вот. Ну, то есть это пока зарабатываю на жизнь. Вот. Ну, естественно, музыка. Ну, я работаю в той же самой структуре, где и Серега работал, когда был студентом, на той же самой стоянке охранником. Вот. Не, просто от стоянки 200 метров до старой базы. Ну, просто от этой стоянки 200 метров до старой нашей базы, вот до ЖЭКа, где мы начинали играть. Ну, и как-то прямо с работы ребята ходили на репетиции, отпрашивались на час, на два. Ну, и работали. Я, получается, я недалеко жил от нашей базы. И нормально, то есть. Ребята так пошли на работу вроде бы. Через часик мы уже встречаемся на репетиции, порепетировали, ребята вернулись на работу. Теперь, я так понимаю, есть смысл заработать денег и купить вам по машине, чтобы уже была своя стоянка личная. Кровный день я в ночь лишаю. Да жива моя любовь. Тихо в ліс густий ступаю. Знов. Крізь зелене листя й вітер. Місяць рібло з неба ля. Пахнуть трави, лісні квіти. Як все то я. На тому боці літа, з тієї сторони землі. Схожений вітер літа, і в тому лавіри. Свіжа прохолода, сипле трелі соловей, як п'янична насолода ночей. Нічна пристрасть, то є сила. Справжній спокій я віддав. Я всю ніч з тобою мила. Пізнав.